чё творим, бро? Меня зовут царь Кионис. И бро, сразу же, просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь, блядь, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. И банда, я уже заказывал много людей из Даркнета. Это был ребенок, отец, мама и брат. И многие из вас просили, чтобы я с Даркнета заказал бабушку. Вы должны понимать, что это очень опасная покупка. Но я уже ее заказал и оплатил. Мне прислали адрес, где живет эта бабушка. И я сам должен прийти к ней домой, как внук. Я должен ее проведать и выполнять все то, что она меня попросит. Вы только представьте, как какие просьбы могут быть у бабушки с Даркнета. И это очень опасно, идти к человеку с Даркнета. Они же все там сумасшедшие. Но все же, банда, давайте на этом видео наберем 30 тысяч лайков. И тогда с Даркнета я закажу дедушку. Просто представьте, какой он сумасшедший может быть. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание. Ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про Даркнет. Так что, бандит, скорее ставь лайк, смотри в описании, а мы тем временем отправляемся к бабушке с Даркнета. Погнали! Ну ж, банда, я надеюсь, вы готовы. Мы уже отправились к дому бабушки с Даркнета. Мне все еще не верится, что мы реально это сделали. Тем не менее, мне кажется, что мы уже пришли. Просто посмотрите на этот дом. Он такой старый и страшный, прямо жесть. Да, банда, это именно он. Мы все-таки нашли его. Просто посмотри, как он старый. Это жесть. Что это за окна и двери? Просто в шоке, банда. Мы реально пришли к бабушке. Посмотри на это. Что это? Я раньше таких окон никогда не видел. Тем не менее, банда, давайте уже постучим и узнаем, живет ли здесь бабушка с Даркнета. Ты только посмотри на эти деревянные двери, просто жесть. Окей? Вроде бы никто не отвечает. Давай в окно. Давай. О, черт, банда, это очень странно. Почему эта бабушка нас не встречает? Это просто жесть. Посмотри! Черт, здесь открыто! Входи быстрее, пока не поздно! Я просто в шоке, банда, что это? Ты только посмотри на эти бананы, что это за жесть? Они такие черные! И посмотри на эти шкафы, они просто жесть, какие старые, ты видишь это? Да, очень странно! Черт, только посмотри, сколько здесь разного хлама! Похоже, что здесь реально живет бабушка с Даркнета! И посмотри, там еще какие-то двери! Думаю, что нам стоит их открыть! Давай! Ой, черт, банда, мне так страшно! Что там? О, господи! Ты видишь эту дырку в полу? Что это такое? Это какой-то подвал! А что если в этом подвале она держит своих внуков? Это жесть, банда, мы туда точно спускаться не будем. Но ты только посмотри, сколько здесь разного хлама, ты видишь это? Ой, черт, я просто в шоке, здесь явно все собиралось десятилетиями. Возможно, все это здесь начало еще собираться с 1960 года. Только вдумайся, насколько это старое время. Да. Тем не менее, давайте постучим еще в эти двери. Давай. Вроде бы тоже никто не отвечает, здесь даже есть глазок. Да. Окей. Эй! Бабушка! Что за бред, банда? Почему нас все еще никто не встретил? Неужели она нас не слышит? Может быть, эти двери открыты? О, посмотри! Да. О, черт, ты только глянь на это! Это просто жесть, банда, что происходит? Глянь на эти вещи! Они такие старые, я просто в шоке! Эй! Бабушка! Есть? Ой, черт, это просто жесть, банда. Почему нас все еще никто не встретил? Это очень странно. Тем не менее, давай посмотрим, что за этой дверью. Давай. О, черт, банда, я так переживаю. Просто посмотри, это кухня, ты видишь? Да.
Она такая старая и страшная, просто посмотри на все это! Это настоящая жизнь, банда, куда мы вообще попали? О, посмотри на это, ты видишь? О, да! Здесь рисунок ребенка или что это, оригами? Это точно сделал ребенок! Неужели у этой бабушки есть внуки? Тогда почему она продавала себя в Даркнете, если у нее есть настоящие внуки? Что это за бред, банда? Да. А еще все, что здесь лежит, ты видишь? Просто да. Жесть, как всего много! Я в шоке, что... Глянь на это! Почему она вверх ногами? Что за бред, ты видишь? Да, вижу! О, черт, что здесь? Какая-то посуда и все! Вроде бы ничего страшного, это просто жесть! Посмотри! О, что это? Я не знаю, что за жесть, банда, ты видишь о, это? Господи. О, черт, это конечности, они что, настоящие? Здесь пальцы, здесь прям целые руки и ноги! Это просто жесть, посмотри на это! Господи. Откуда это здесь? Что за бред, банда? Я просто в шоке, что происходит? Это жесть! Куда мы вообще попали, банда? Просто какой-то ужас! Окей, давай пойдем посмотрим, что там дальше. Только посмотри, сколько здесь дверей. Я не понимаю, зачем так много комнат. Тем не менее, давай попробуем войти в эту комнату. Интересно, что там? Черт, здесь закрыто, не могу открыть там на замок. Давай тогда в эту. Давай. О, посмотри на это, здесь открыто. Ну что здесь? Что это такое? Сколько всего? Здесь так много разных лекарств. Тут точно живет какая-то бабушка. Ну что это? Зачем она сжигает дерево внутри дома? Я не понимаю. Наверное, чтобы в доме было тепло. О, черт, это логично. Настя, посмотри, дверь открыта. Да. О, черт, что там вообще может быть? Ты только посмотри. Мои родные деточки, мои родные Черт, неужели это бабушка Старкнета? Наверное. Просто жесть. Жаль, что я вас убила. Черт, ты слышала? Это что за бред? Она сказала, что убила своих детей. Просто какой-то ужас. Я в шоке. Ой. Это мы, дети Старкнета, ваши внуки. Что вам надо? Мы заказали вас Старкнета. Да, это мы! Что за бред, Настя? Что происходит? Ясно. Что это? Кто это? Это мой ребенок. Ребенок? Откуда у вас ребенок? Куда вы уходите? Успокою ребенка. О, черт, банда, откуда у нее вообще ребенок? Она же старая! У нее явно уже не может быть детей! Что за бред вообще? Я в шоке! Что это было? Что-то похожее на выстрел. Что за бред, банда? О, черт, что она несет, ты видишь это? Да, вижу. Как вы успокоили ребенка? Он мешал Аркадию. Что? Кто такой Аркадий? Что за бред? Спроси. Кто такой Аркадий? Аркадий ваш дедушка. Наш дедушка, ты слышишь? Да. Но что в этом мешку? Неважно. О, черт, посмотри. О, и что это у вас за кровь? Глянь на это. Пойдем посмотреть. Неужели она убила ребенка? Посмотри! Господи. Это просто какая-то жесть! Проходите! Но где Аркадий? Проходите в комнату! О, черт, банда, господи. Что это за бред? Я просто в шоке! Что это? Глянь на это! О, господи! Она закрыла дверь! И что за бред? Банда, выпустите нас! Откройте! Просто посмотри, я не могу открыть дверь! Она реально их закрыла! Эй, выпустите, нам нужно уже идти домой! Да. О, черт, банда, что это за бред? Она реально нас закрыла в этой комнате! Это что, была какая-то ловушка? Она сказала, что здесь должен быть какой-то Аркадий! Здесь никого нет! Да, я вижу, неужели она нас просто обманула? Это была его ловушка, чтобы закрыть нас здесь! О, нет. Это просто жесть, банда, я реально в шоке! Что если она теперь нас хочет убить, чтобы также саму наши конечности спрятать в банке? Это просто ужасно, банда, я в таком шоке. Нам нужно быстрее отсюда как-то свалить. Я не знаю, что делать, это просто ужасно. Что это за альбом? Она его смотрела, когда мы пришли. Да. Давай посмотрим, какие дети у нее были. Да, давай. О, черт, банда, я так переживаю. Пусто, ничего, ни одной фотографии. Здесь тоже ничего нету, что за бред? Ты видишь это? Да, просто это все посмотри. Плод ее воображения. Я не знаю, это реально какая-то жесть, ни одной фотографии. О, черт, банда, просто какой-то ужас. У нее, похоже, реально какая-то шиза, или как это понимать? Я просто жесть, как в шоке, банда, но что здесь?
Какие-то вещи, глянь, это же мужская рубашка. Но никакого Аркадия нету. Это просто какая-то жесть, банда. Нам надо срочно валить с этого дома, пока еще не поздно. Эй, откройте! Выпустите нас, откройте двери. Пожалуйста. О, черт, о, господи. О, господи. Какого еще Аркадия? Здесь никого нету! Сзади Аркадий! Здесь никого нету! Что за бред? О, черт! Господи. Успокойся, Аркадий! Спи! Успокойся! Спи! Ложись! Ложись! Они скоро уйдут! С кем она разговаривает? Не волнуйся! Неужели у нее реально какая-то шиза? Или, возможно, этот Аркадий давно умер? Это просто жесть, банда! Вам надо покушать перед сном. Что мы не хотим есть? Можно мы уйдем домой? Надо покушать. Пошли на кухню. О, черт, банда, что за бред? Советую слушаться, иначе она нас убьет сразу. Она реально сумасшедшая. О, господи, я просто в шоке, банда, что за бред? Она же и нас может убить, как этого ребенка. Просто посмотри. Это такая жесть, банда. О, черт. Я просто в шоке. Она нас реально ведет на кухню. Черт, я такой шок. Садитесь. Окей, но мы не хотим есть. Можно мы уйдем домой, пожалуйста? Надо кушать. Черт, банда, я просто в шоке, что происходит. Нам нужно срочно отсюда валить. Но как? Не знаю. Посмотри. Я приготовила очень вкусную капусту. О, черт, просто жесть, банда. Нужно быстрее валить отсюда, пока не поздно. Мы сможем сбежать через это окно. Она слишком близко к нему. Я знаю, но у нас нету выбора. Я уверен, что она уже закрыла те входные двери. Вот, да, это если точно. Мы не хотим умереть, не хотим, чтобы нас так само порезало, как это. Ой. Нам нужно быстрее отсюда свалить, банда, пока еще не конец. Потому что я не хочу, чтобы мои конечности хранились в банке. Это полная жесть, я просто в шоке. Вот ваш ужин. О, черт, банда, это просто жесть. Я в шоге. Посмотри, что это! Здесь червяки, ты видишь это? Это опарыши! Мы отказываемся это есть, это ужасно! Это вкусно, это я вам приготовила вкусно. Это просто жесть, ты видишь? Это настоящие опарыши! Мы точно этого не хотим есть, я в шоке! Вам что, не нравится, что я приготовила? Нравится, но просто это ужасно. Мы не будем есть червяков, ты видишь? Это просто какая-то жесть. Надо кушать! О, черт, ты видишь, у него нож! Серёжа, сделай что-нибудь! Господи, черт, я просто в шоке! Это такая жесть! Банда, сюда, быстрее! О, черт, это ванная! Я просто в шоке, там были опарыши, эти червяки, это ненормально! Закройся! О, господи, мы могли умереть, если бы их съели! А если бы не съели, то она бы нас зарезала, ты видела? Мне просто в это не верится, банда, я в шоке! Тем не менее, я вроде бы ее слышу! Она нас ищет! Да я посмотрю! Господи, как же я переживаю! Дети, где вы? Я все равно вас найду! Дети, вы не можете постоянно прятаться! Где вы? Дети! Господи, банда, я просто в шоке. Нам нужно быстрее отсюда валить, пока не поздно. Да. Иначе она нас сразу убьет. Ты видела этих червяков? У меня все еще не укладывается в голове. У нее там просто хранится человеческое мясо. Из-за этого появляются эти червяки. Только вдумайтесь. Это ужасно. Я в таком шоке, банда. Нужно валить. Ну как? Черт, надеюсь, здесь ничего нету. Ой. Какое-то ведро, просто какой-то ужас. Господи. Окей, здесь окно. Ой. Мы можем его открыть и сбежать. Да, давай. Черт, просто посмотри, нужно убрать эту сетку. Давай аккуратно. Я просто в шоке, банда. И так вроде бы все. Готово, посмотри. О. Отлично, мы сможем сбежать. Да. О, черт, я первый, ты за мной. Да, давай быстрее. Банда, какая-то жесть. О, черт, наконец-то свобода. Окей, я готов. Давай, теперь ты, Настя. Это просто жесть, банда. Мы реально сбегаем. Вроде бы нигде ее не видно. Идем быстрее, иди сюда. Черт, банда, это просто жесть. Наконец-то мы отсюда уже свалили. Нужно быстрее бежать. Это просто ужас. Окей, банда, вот комменты из-под прошлого видео. Просто искренне шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, комменты, ты мной видео бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!